Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поделиться одной совершенно простой практикой, которая поможет вам исполнить ваши желания, открыть перед вами дороги и изменить вашу жизнь. Данная практика простая, и ее может сделать абсолютно любой человек. Данную практику надо делать один раз в течение 7 дней после новолуния. Вы можете выбрать любой день, любой час, разницы здесь нет никакой абсолютно. Когда луна начинает только расти, завершаются старые дела, открываются новые пути. И именно в этот период, в первые 7 дней, очень эффективны практики, направленные на привлечение жизненных сил, открытие дорог, исполнение желаний. Именно в эти дни можно притянуть в свою жизнь и успех, и деньги, и счастье. Данную практику, которую я вам сегодня дам, она очень простая, и сделать вы можете абсолютно в любое время, но в течение 7 дней. Что вы должны будете сделать? Вы берете простой лист бумаги. На бумаге вы записываете то, что вы хотите приобрести, либо ваше желание, либо то, что вам не хватает в вашей жизни. Может быть, новая работа, может быть, новые отношения, либо еще у кого какие есть желания. После того, как вы написали на бумаге, вы свой листок поджигаете от свечки, это обязательно. И пока будет гореть ваш листок, вы должны сказать такие слова. «Я», называйте свое имя, «к тебе, молодой месяц, обращаюсь с просьбой. Имеется у меня заветное желание, которое очень важным для меня является, и жизнь мою может изменить. Ты на небе расти будешь, и силу вместе с ростом приобретешь. Так помоги мне в исполнении моего заветного желания. Я на могущественную твою силу уповаю и молю, да будет так». Сказать надо один раз, этого будет достаточно. После того, как ваша бумага прогорела, вы собираете свой пепел. И этот пепел вы должны положить в стакан, наполненный водой. Достаточно чуть-чуть совсем. Когда пепел положили в воду, вы должны сказать такие слова: «Сказанное сбудется». И свой стакан с пеплом вы убираете на сутки. После того, как ваш стакан простоял, вы выливаете обязательно в землю. Можно свои цветы, можно на улице в землю. И на этом ваша практика все. И вот после этого вы увидите, как в вашей жизни постепенно будут меняться события, которые будут приносить вам только радость и успех.